мир наших знакомых и друзей, потому что они будут смотреть на нас и сказать, какие же вы счастливые. Почему? Да потому что у нас есть Лариса Иванова. Лариса, мы готовы! Лариса Иванова из города Ростова, из Ростова-на-Дону, ай, да ну! И бодрого воскресенья, друзья, счастливого утра, отличной такой смеха энергии. Поздравляю всех, кто сегодня с нами, и мы начинаем нашу смехопрокачку. Итак, становимся на носочки, вдох, животик, бременем, счастьем, радость, вдох. И тянемся. Потягушечки, позвоночек вытягиваем на всех растушечки. Выдох. И еще раз вдох, вдох счастья, вдох радости, вдох смелости, вдох дерзости. Выдох. И еще раз на носочки тянемся. И одна рука у нас потянулась выше. Тянемся. И другая рука потянулась. Тянемся. И двумя руками потянулись. Выдох. И, дорогие мои друзья, смеха. Зарядка отличается от йоги смеха. Вот смеха-зарядка – это просто поржать, да, это про поржать. И неважно, как вы там смеетесь, но какие-то гормоны радости все равно поступают, потому что даже при улыбке вас не выспался. Но гормоны радости, они поступают. А вот йога смеха, она включает целый комплекс именно оздоровительных методик, куда включается смех по правилам, да, для наибольшего эффекта для нашего здоровья. Не зря существует такая наука гелотология, то есть наука о смехе, о том, как смеяться так, чтобы получить наибольший комплексный эффект. И первое правило – мы дышим животом. Да, мы делаем вдох, забеременели И когда мы смеемся, и когда мы откашливаемся, когда у нас звукотерапия, то есть на любом звуке у нас животик подтягивается, а когда вдох, у нас раскрываются оба наших легких, как два парашюта, максимально набирая воздух. И смеемся мы не так, как при обычном смехе. Нет. А мы смеемся длинно, пока задыхаться ни на чем. Вот смеемся на одном выдохе. Да, давайте это прорепетируем. Два мешочка взяли, вдох. И... Так, на одном выдохе, когда нет голоса, мы продолжаем смеяться бесшумно. Да, почему так показывают? Знаете, как камушек запустишь, и у кого он дольше всех прыгает, да, тот молодец, тот победил. Да, ну и для того, чтобы у нас эффект был как можно длиннее, именно для этого мы максимально открываем рот. Кто молодец, скажи, я! Ты чемпион, скажи, да! И, конечно, мы прибавляем звука, и все ради того, чтобы максимально выдавить из себя как можно больше этого звука, этого воздуха, да. Поэтому широко открытый рот проверяю, сколько костяшек, да. Включаем максимально звук. И смеемся долго. И еще и включаем тело в дело, да. Представьте, что вы пришли в театральную студию, и конкурс. Победит тот, кто смеется наиболее заразительно, наиболее громко. И поэтому мы включаем тело в дело. Приготовились, взяли наши мешочки. Вася, открой еще рот, мы тебе смешинку сейчас закинем. Приготовились, вдох.
Берем два рога изобилия, сюда набираем радугу счастья, сюда здоровье, энергию, и все это смешиваем. На четыре счета. Смешиваем, смешиваем, смешиваем. Метафизика рулит. И еще раз замешали остатки сладкие, да, и на себя. И начинаем, делаем смехомассаж. И все вот эти вот, все, что на нас попало, смехоэнергия, да, вот это все замешиваем, да. И скальп вот так вот потеребили, говорим, мои волосы здоровые, мои волосы густые, а Вася не может схватиться. И кто лысый, тоже так делайте. Открываем змейку. И черепные коробочки. И сюда серотонинчика, дофаминчика. Эндорфинчики сыпем все. И замешиваем, как тесто. А если там какая-то попалась не та, вируса, бактерия, печалька, вылетай. Смешиваем, смешиваем, все хорошо. О, раздражулька, лети! О, все, поставили мозги на место. Расслабили рот. Можно закрыть. Растерли ладошки и умываемся нашей смехоэнергией. И морщинки уходят, радость приходит, да. Лицо молодеет, тело здоровеет, да. Щипковыми такими движениями. И из серединки стороны. Точечки такие промассировали. Носик над губой. Здесь взяли вилочку и вот так лимфу хорошо разгоняем. Это упражнение, оно убирает второй подбородок, да. Разгоняем, разгоняем хорошо лимфу. И все, что мы не делали, мы всегда смеемся. Смехомассаж, смехозарядка, смехотанцы. По
играли на гармошке. Ух ты! А я играю на гармошке у прохожих на виду. Можете так зайти в переход, например. Сесть на скамеечку, поставить шляпку и говорить с сожалению, день рождения только раз в году. А те, кто проходит мимо, мы вот так делаем. И еще кто-то мимо пошел. Берем телефон, записываем себя красавцем. Делаем фоточки. И отправляем все своим родным и близким. Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Хулиганим. Хорошо, простукиваем себя, растираем и простукиваем, вбиваем нашу смехоэнергию, хорошо. Смехомассаж — это классное дело. Кинг-конг, я. Кто силач? Я. Холочку убираем, горбики разбиваем, ненужные залежи все. Животик и упражнения делаем, и смеемся, и вот так вот наверх. Пресс напрягаем, смеемся. Убираем все животы. И пока. Ребрышками. И здесь. Кулачками. Вася, ты что такой грустный? У тебя живот большой. Наказали попу за все провинности, за все приключения. И ножки, ножки можно на стульчик поставить. И поехали, пальчики растираем. Да, все хорошо, хорошо. И скрутки делаем, растираем, хорошо. И зачем мне эти носки нужны? Сейчас снимешь щенок, будет играть. Растираем пальчики, все хорошо, хорошо, разминаем, да. Растираем ножки. И все, что мы не делаем, мы все делаем, да, с улыбкой, смехом. Улыбка, смех, здоровье для всех, да. И это успех, да. О, вдох. Еще раз вдох. И откашливаться хочет. Давайте вдох. Еще вдох. Вдох. Вы, в принципе, откашливание можете делать всегда, когда вам организм попросит, когда вам это будет удобно. Хорошо, руки к плечам. И поехали назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Теперь одна рука назад. Раз, два, другая вперед. Три, четыре. И соединяем. И раз,
3, 2. Да, право-лево полушарие развиваем и в другую сторону. Вот смотрите, они здесь вот соединяются, как бы поздоровались, хоп, друг другу навстречу разошлись. И, ребята, включайте камеры, так будет веселее. Берите пример с Василия. Сбросили, вдох, сбросили, хорошо. А теперь рука одна назад, а другая вперед. Вот, классно. И поехали так, это вперед, это назад. Отлично, отлично, молодцы. И в другую сторону, да. Молодцы, пошевелили, сбросили все ненужное. Вдох и сбросили все ненужное. И ток смеха, ток пропустили. Все-все, тело расслаблено, ножки трусятся, ручки трусятся. Я представляю, в переходе такое видео. Точно деньги будут кидать. Из сочувствия. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Хорошо, грудная клетка, поехали. Раз, два, три, четыре. Кто не может, по точкам продолжает. Кто может, округляет, таз держим на месте. Где наши улыбки? Таз на месте, только грудная клетка. И голова на месте. Вообще у нас только грудная клетка. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Округляем. Вправо, влево, вправо, влево. Вперед, назад. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. А вот теперь у нас плечи, голова на месте, только таз работает. Отлично получается, класс, супер, молодец. Другую сторону, кто молодец, я молодец, кто молодцы, мы молодцы. И теперь полностью весь корпус у нас идет. И в другую сторону. О, молодцы, класс. Растираем ручки. Каждый пальчик у нас должен быть разогрет, и кровоснабжение, чтобы хорошо шло. Наши пальчики большую роль в нашей жизни играют, да? Сколько нужных, полезных дел мы делаем с помощью наших пальчиков. Если бы не было пальчиков, ну, наверное, человек не стал бы человеком. Да, не случайно, когда ребенок рождается, да, начинает там первые какие-то движения, да, они у него хватательные. Логопеды рекомендуют делать пальчиковую гимнастику, тогда ребенок быстрее учится разговаривать, да, волна в обратную сторону. Скрестили ручки, ладошки, да, и медленно выворачиваем, кто сколько может, не насильно, медленно, 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 хорошо, в другую сторону, каждый в своем темпе. Хорошо, взяли, скрестили сзади пальчики, лопатки вместе, да, и прогибаем спинку, и ручки хорошо поднимаем вверх. А теперь берем стульчик, стул,
можно не стол, можно на стол, на какую-то, если ступеньки есть, на тумбочку. И ставим ручки и начинаем приседать. Раз, два. Кто сколько может, чем ниже, тем лучше. Кто может, может даже сесть на попу, да, чтобы хорошо у нас все прокачалось. И у нас сейчас и мышцы ног задействуют, и попу мы качаем, и суставы у нас хорошо плечевые разрабатываются. В своем темпе делайте, как вам удобно. Смех добавляем. Хорошо, молодцы, да, лучший день, да. Ладошки, коленки в стороны, раз, два, три, четыре, под углом, раз, два, три, четыре, в стороны, раз, два, три, четыре, раз, два, добавляем пружинку, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох. Хорошо, молодцы. Ладошки соединили пальчики. И большие пальчики поздоровались. Раз, два, указательные. Раз, два. Каждый пальчик безымянный, мизинчик. Назад. Теперь по два. Большой указательный. Раз, два. Указательный средний. Средний безымянный. Безымянный мизинчик. Назад. По три. Средний. Средний безымянный мизинчик назад. И теперь по четыре. Все пальчики, кроме мизинчика. Раз, два. Все, кроме большого. Раз, два. Все, кроме мизинчика. Раз, два. Хорошо, шпагатик делаем на пальчиках. Хорошо их разминаем. Да. И на другой ручке, да, вот так, хорошо, хорошо, растягиваем. Кисть к себе потянули. От себя к себе. От себя. Хорошо, молодцы. Цепочка. Большой указательный пальчик. Раз, два. Большой и средний. Раз, два. Большой безымянный. Раз, два. Большой мизинчик. Раз, два. Назад. Раз, два. Средний. Раз, два. С указательным. Раз, два. Побыстрее. Раз, два. Хорошо, молодцы. Так, теперь пальчики вместе. Большой пальчик, указательный, средний, безымянный, мизинчик. Безымянный, средний, указательный, большой. Хорошо. Теперь ставим пальчик, большой мизинчик, и пошли назад. Большой мизинчик, большой безымянный, большой средний, большой указательный. В другую сторону, туда и обратно. Большой пальчик с каждым пальчиком по очереди. По очереди. Как до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Да, вот по очереди. Каждым пальчиком. Да. Хорошо. А теперь
Здесь у нас большой указательный, а здесь большой мизинчик. И они идут друг другу навстречу. То есть тут мизинчик, четвертый, третий, второй. А тут второй, третий, четвертый, пятый, да? Итак, здесь большой указательный пальчик, здесь большой мизинчик. Поехали. И назад. Хорошо. Ладошка и его. Раз, два, три, четыре. Легко. Поэтому начинаем считать десятками от ста назад. И поехали. 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Побыстрее. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Кто молодец? Я! Кто молодцы? Мы! Хорошо. Сейчас делаем окей. Большой и второй пальчик указательный. А здесь делаем рожки. Да, окей и рожки. Раз, поменяли. Два. Раз, два. Раз, два. Каждый в своем темпе. Если что-то не получается, смеемся. Великое искусство – умение смеяться над собой. Для меня это тоже новое упражнение. Но знаете, когда часто занимаешься нейрогимнастикой, то уже как-то так полегче. Давайте попробуем добавить хлопок. Раз, два, раз. Хорошо, теперь делаем классному дню во, неприятностям во, радости во, болезням во, и меняем раз, два, три, четыре, хлопок, раз, два, три, четыре. И теперь говорим, Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Соединяем. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Клар украл, украл кораллы. Клар украл, украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Хорошо, молодцы. Тянемся вверх, тянемся, тянемся, тянемся. Снимаем у нас слива. Едим и смеемся. Такая сладкая. Тянемся, еще тянемся, тянемся. Мандарины чистим. Какой смех, мандарины.
тянемся еще, тянемся, тянемся, тянемся. Еще, 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 двумя руками, коленками примлю. Яблоко. На вас смеемся. А теперь на одном выдохе смеемся. А, и, о. Вдох. А. Получилось все на одном выдохе. И еще раз приготовили вдох. А. Восстанавливаем дыхание, вдох. Еще раз вдох. А теперь поем эти буквы А, И, О на одном выдохе, вдох. А теперь с эхом поздоровались, поем букву Э, переходящую в смех. Вдох. Хорошо. Хорошо, а теперь звук У. Ух ты какая! Вдох. На букву И, вдох. А теперь смотрите, мы сейчас будем играть пальчиками. И здесь у нас будут низкие звуки. И мы будем смеяться низким. Неважно, ха-хо, как хотите. А здесь средний звук. А здесь тоника. И каждый играет свою музыку. Волшебную копилочку, кидают денежку, и они все станут миллионерами. Да, сейчас думаем, на что мы кидаем денежку, на какое благое дело, на благотворительность, на какие-то свои мечты, цели, что-то хорошее.
И кидаем сюда, кидаем, да. Чтобы 100 крат всем вернулось, да, все бумерангом возвращается. А закрыли глазки, кидаем закрытыми глазками, да. А теперь открываем глазки, и все смотрят миллионера. Можно взять зеркало и увидеть каждый из вас, кто кинул денежку, вот миллионер. Хо-хо-ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. Миру мир, миру мир, да, побежали в обнимашку. И вдох. И выдох, благодарность, радость этому миру, да, всем своим родным и близким, друг другу еще раз вдох. И дарим друг другу благодарность, а я вам дарю вот такое сердце. И, дорогие друзья, вот такого дня. Всем радости, бодрости, энергии. С вами была Иванова Лариса. До следующего воскресенья. А тем, кто занимался вместе с нами... Спасибо! Благодарю, Лариса. Огромное ж прям вот... От всего сердца благодарю. Обнимаю. Благодарю. Спасибо. Принимаю. Благодарю. Спасибо. От души хорошего дня. Васенька, тебя не слышно? Всем хорошего дня. Лариса, ты супер, всем хорошего дня, увидимся до понедельника, пока-пока.